Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа, с вами Ультраст, Азурлайн, и сегодняшней темой видео является патч от 11 декабря для англоязычных серверов. По традиции, от менее важных новостей к более важным. Во-первых, будут добавлены фразы новые для Акацуки, будет проведена оптимизация работы главного калибра эскорта, что бы это ни значило, пока точно неизвестно, потому что на Азии это тоже только вводят. Добавлены новые эмоции в чат игры. Аякс и Хаман получат секретарские квесты, также будет добавлен скин для Хацухару, до 17 декабря у него будет скидка 10%, выглядит очень миленько. Но приберегите свои деньги на реран рождественских скинов с прошлого года. Их можно будет купить до 2 января, представлены скины на Гонолулу, на Ураказа, Николаса и Варспайта. Гонолулу, как всегда, впереди планеты всей, и у него самый шикарный, на мой взгляд, скин. Пишите, какой вам больше всего понравился. Также эспинцы Хацухару и Ариаке будут навсегда добавлены в Лайфткрафт, ничем не примечательны, кроме разве что Ариаке, которая вдруг внезапно засветилась на одном из загрузочных экранов. Вот она по центру выделена красным. Больше эти корабли ничем не примечательны. И также будет добавлен мини-ивент в честь Рождества, пройдет он до 2 января, и можно будет получить скин, бесплатный скин на Оушио. Большая радость, счастливая новость, учитывая, что скинов у нее очень много, а корабль так себе. И чутье мне подсказывает, что это явно не последний бесплатный скин, который нам на нее выдадут. И теперь самое важное событие данного ивента, уж извините за каламбур, это завершение ивента на Hololive. Теперь невозможно будет фармить валюту, ходить на ивентовые карты, пользоваться всякими интересными вещами, которые появились на месте Hololive, как, например, аж целый верстак, как в Майнкрафте. Этого больше не будет. Зато останется на недельку магазин ивентовый, где вы сможете дотратить валюту, которая у вас, возможно, осталась с данного ивента. Лично я смог зафармить 30 тысяч ивентовой валюты. Это немного, но и немало, в принципе, такой достойный среднячок, чтобы купить все по минимуму. Пишите, сколько вы смогли валюты добыть в данном ивенте. Как по мне, задача эта была нелегкая, а все из-за отсутствия X3 с первого боя, а также вменяемых хард-мод локаций. Ну и подводя некоторые итоги, мне выпала только ивентовая золотая подводная лодка из вот того золота, на который стоит обращать внимание. Так что никакой разницы с видео про крафт ивента нету вот за 10 дней вообще по нулям. В принципе, это все, что могу сказать по данному вопросу. Сами видите, патч просто переполнен на события, но ничего страшного, все это еще будет у нас в норму приведено, потому что следующие патчи у нас будут ни многим ни малым, а прототипы второй волны, так что готовьтесь к ним, вот вам дают небольшую передышку. Это все, что я могу сказать по данному вопросу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик. До новых встреч!